В феврале текущего года сотрудники службы в городе Керчи, пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, провели обследование дома жителей Щебетовки, гражданина Российской Федерации, подозреваемого в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. В результате проверки выявлено 22 мл наркотического вещества, ацетилированный опий и несколько граммов каннабиса. Кроме того, в ходе осмотра обнаружено около 200 граммов ювелирных изделий, которые указанный гражданин получил в счет оплаты за наркотические вещества, а также долговые расписки на общую сумму более 2 миллионов рублей от лиц, купивших наркотики. Выявлены наркотические средства и вещественные доказательства в рамках законодательства изъяты и переданы на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД России по Республике Крым. Правоохранительными органами Феодосии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.